Поздравить молодых специалистов пришли глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. Они вручили выпускникам дипломы. Как отметил губернатор, сегодня нехватка кадров в здравоохранении края, тем более в сельской местности. Это одна из острых проблем. И именно эти выпускники пополнят ряды молодых врачей на селе. Вы выбрали для себя профессию, с одной стороны, очень почетную, но с другой стороны, груз ответственности у вас будет очень велик. Боль пациента, боль человека, она будет отчасти для тех, кто на самом деле пришел в эту специальность по зову сердца, это будет вашей болью. Здесь надо понимать, что ваш профессионализм, ваш опыт, который вы будете с годами набираться, безусловно, будет рубцами отражаться на вашем сердце. Вы будете здесь, на нашей земле, делать добрые дела, лечить людей. И просто поверьте, что вы нужны. Нужны Краснодарскому краю, нужны Кубани, нужны своей малой родине. Вы нужны своей земле. Программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» финансируется за счет средств краевого бюджета. По целевому направлению обучения уже прошли 500 человек.